Ти будеш так? Спікійно? Я був слаб і уязвим, вражав всім существом своїм, круточив своїм паленим і стерзаним нутром. И словно в пошлом попури огромный лоб возник в двери. Я зарился изнутри огромным недобром. Но властно дернулась рука лежать лицом к стене. И вот не стоим мять пока на липком топчине. А самый главный сел за стол, вздохнул, осмотрело. И что-то на меня завел, похоже на дело. И что-то на меня завел, похоже на дело. В пальцах цепких и худых смешно задергался кадык, нажав пах, потом под дых, под печень бедолагу. Когда давили под ребра, так ебло мое нутро, и кровью харкало перо в невинную бумагу. В полубриду, в полубу разделся до нога, в углу готовила коргу иглу не старая корга. И от корней волос до пят под телом уже сплелся, а вдруг уколом усыпят, чтоб сон не раскололся. А вдруг уколом усыпят, чтоб сон не раскололся. Он, потрудясь над животом, сдавил мне череп, а потом предплечьем мне стянул жгутом и кровиток прервал. Я было взвизгнул, но замолк, сухие губы на замок, а он кряхтел, кривился, мог, писал и ликовал. Он в раш вошел, знакомый раш, но я как сору. Чего строчишь? А ну покажь секретную муру. Подручный бывший психопат писал мои запястья, тускнели, выложившись в ряд орудия пристрастия. Тускнели, выложившись в ряд орудия пристрастия. Я твердый вид, и нравом крут, могу в разнос, могу в раскрут. Но тут смирят, но тут уймут, я нихну и скучаю. Лежу я голый, как сокол, а главный шмык да шмык за стол. Все, что так пишет протокол, хоть я не отвечаю. Нет, надо силы поберечь, а то уже устал. Ведь скоро грядки станут жечь, чтобы я захохотал. Держусь на нерве, на чеку, но чувствую отвратно. Мне в горло всунули кишку, я выплюнул обратно. Мне в горло всунули кишку, я выплюнул обратно. Я взят в тиски, я в клещи взят, во мне елозят, ягозят. Все вызнать, выведет хотят, все пробуют на ощупь. Тут не пройдет и пять минут, как душу вынудут и замрут. Все испоганят и заманут, ужмут и проволочут. Дыши, дыши открытым ртом, да выдох не умрешь. У вас тут выдох, и потом навряд ли вздохнешь. Во весь свой перекросший рот я скалюсь на порядке. Со мной номер не пройдет, товарищи, ребятки. Со мной номер не пройдет, товарищи, ребятки. Убрали свет и дали газ, доска какая-то зажглась. Игна брызнула из глаз и пухнула трахея. А он зверел, входил в экстаз, приволокли зачем-то нас. Я видел это как-то раз в качестве трофея. Ко мне заходят со спины и делают укол. Колите, сукины сыны, но дайте протокол. Я даже на колени встал, я к тазу лбом прижался. Я требовал и угрожал, молил, унижался. Я требовал и угрожал, молил, и унижался. Но тут же затянули жгут, вон вижу я спиртовку жгут. Все рыжую чертовку ждут с волосяным кнутом. Где-где, а тут с твоё возьмут, а я гадаю, старый шут. Когда же раскаленный был, сейчас или потом? Шабаш шкалился и улетел, поплился горячо. Раздался звон, и ворон сел на белое плечо. И ворон крикнул «Nevermore!» Проворен он и прыток. Напоминает, прямо в морг выходит зал для пыток. Напоминает, прямо в морг выходит зал для пыток. Я слабо поднимаю хвост, хотя для них я глуп и прост. Эй, за пристрастный ваш допрос придется отвечать. Эй, как мы там по именам вернулись к старым временам, но протокол допроса нам обязан давать. И я через плечо кашу на писанину ту. Я это вам не подпишу, покуда не прочту. Но чья-то желтая спина ответила бесстрастно, а ваша подпись не нужна, но без нее все ясно. Сестренка милая, не трусь, я не смолчу, я не трусь. От протокола допрос при встрече с адвокатом я ничего им не сказал, ни на кого не показал. Скажите всем, кого я знал, я не остался братом. Он молвил, подведя черту, считай, я остынь.
Я впился в писанину ту, а там одна латынь. Глаза круги, мозгуры, проклятый страх исчезни. Они же просто завели историю болезни. Они же просто завели историю болезни.